Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и мы пойдем сражаться с самыми знаменитыми динозаврами парка юрского периода. Это у нас, да, там монорельс, по которой двигались наши джипики. Давайте нажмем в бой, нас бросает совсем не туда, куда надо. Вот этот турнирчик нам за него дадут. Что, это редкий набор получается какой-то? Ну, нет, не редкий, просто такой вот красненький. Шанс легендарочки. Ну, это существа, которые были в парке. Галимими, помните, стая галимимов, за которыми гнался Рекс. Ну, велоцирапторы все знают. Дилос знает и съел Недри. А парозавролов я что-то вообще не помню. А в какой сцене был парозавролов, ребята? Что-то отшибло. Так, и вот кто у нас здесь есть. Крутые трицератопсы 290. 303 и 364, хотя, знаете, их это, уровень их не спас. Вообще никак не спас. Они очень какие-то слабые все равно остались. Так, трицератопс. Ну, по классике жанра, вообще-то, с ними должен сражаться тираннозавр Рекс, конечно же. Так, вот где-то здесь. Вот есть Рекс. Кого еще туда возьмем? О, Индоминус. Ну пусть будет. Да, пойдем двумя. Три мега вкачанных трицератопса. Можно сразу прикусить. Мой любимый трицератопс 40 уровня. Шикарно выглядит. Скажем так, вот трицератопс на 40-м выглядит абсолютно реалистично. То есть можно предположить, что такое существо было. Ну, понятное дело, что он не похож на настоящего трицератопса. Но пусть будет это какой-то стирокацератопс какой-то был. В общем, все у него там вполне себе... все на своих местах, скажем так. Так, ну походу один Рекс тут совсем справляется. Ну, Индоминуса можно взять так, чисто по приколу. Ну вот сейчас, в принципе, три. Не, не пробьет. За два, наверное, не пробьет. Так, у него остался один балл. Давайте тогда уже выпустим Его Величество. Пусть тоже покушает. Так, один мощный диплос. Диплодок. Давайте, может, каких-то раптоидов. Так, стоять. Прикольный. 395 уровня такой вот. Ну, два вот таких мелких раптоида давайте. С бонусом. Ну, плюс-минус равны. Там в четыре раза больше жизни, у нас почти в два раза больше силы удара. То есть, ну, Троадон, скорее всего, хана. Да. Так, а этот должен два удара выдержать. Хотя я не запомнил силу удара. Так, ну и думаю, пробиваем. Слаженная команда. Лупастик. Лупастик спинораптор. Так, ну и кто у нас там? Дилосы.
Ой, что-то не в ту сторону. Так, ну что, давайте тоже какие-то возьмем велоцираптора, например, там, спинозавра. Но они, в принципе, крепкие, эти ребята. Типа Гуань-Лунь. Можно и так, конечно, прогуляться. Ну, рапторы тут будут слабенькие. Рапторы будут слабоваты. Ну, тогда вот здесь нужно брать просто кого-то такого крутого. Ну, допустим, цератозавра попробуем. Давайте так попробуем. Можно было Карнича взять. Ну, Карнораптора. Ну, посмотрим, сможет ли цератозавр потанковать достаточно. Накопить баллов. У них-то уровень последнего самый высокий. Уже может меня пробить. Ой, на 4 проатаковал, он перестарался. Хотел на 3. Пять атакуют на 4, на 5. Не, на 4. Но это вообще нечестно. У меня 2 в защиту стояло. Раз, два, три, 4. Ах ты ж гаденыш. А, нет, все пробил. Так, Дилас против Раптора. Ну, Спинич, короче, тут пришел на праздник. Но Дилас такой-то большой по сравнению с Раптором. Так, ну вот такие вот, в общем-то, дела были, ребятки. Что у нас здесь есть? Оу, здесь есть мега-супер-пупер крутой поединок для Анхапристиса. Ну давайте один боёчек сюда еще сделаем. Так, кто у нас здесь есть? Травоядного взять хочется. Манастигатопса. Он подменится. Подменится, скорее всего, да? На подменится. На хищничка. Ну вот так давайте попробуем пойти. Можно укусить. Но это еще надо на 3 его бить. Так, ну на 1 может меня проатаковать. Это не страшно. Блин, надо было брать. Не в правильном порядке я поставил. Дело пахнет керосином. Ну хотя плюс-минус справимся. Раз, два, три. И раз, два, три. Блин, я вообще выдержу один удар стегоцефала 2630 уровня. Да, выдерживаю, отлично. Ну, давайте принесем его в жертву, что ли.
Ого, 7 баллов, ё-моё. Проатаковал всего лишь на 6. Я бью на 3, остальное в защиту получается, да? Раз, два убил, 3 в защиту, и у него может быть 5 баллов. Я вообще хоть один удар от топи-жары выдерживаю. Он защиту не поставил, у топи-жары 5 ударов, то есть один по мне проходит. Хух, 3400. Он, думаю, проатакует. И мы его тут подловим, ребятки. Упс. Ну ладно. Ха-ха-ха. Но если бы он поставил 4, то мне было бы хана. Вот так. Ну, на этом, ребятки, теперь точно все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.